Нога! Вставай! Вставай! Где он? Терпи! Нам надо валить отсюда! Дожить ты сможешь? Да. Да. Мы же вместе, мы же вдвоем сюда пришли. И так же вернемся. Так же в город вернемся с ним. Верно? Мне вас двоих не унести. Вернемся! Стой! 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 Кажись, нашел. Что нашел? Золото. Это очень крупные существа. Конечно, при таком размере они представляют для нас угрозу. Алло, Рус? Да, собирай пацанов. На том же месте. Через час. Все, давай. Вероятность, что в роду крокодилов появятся гиганты, есть всегда. Ну и в итоге я все свои бабки спустил на бабки казино. Я потом тебя научу, как карты считать. На жасы глянь. Такое ощущение, как будто его кроме еды ничего не интересует. Пожрал, значит, день удался. А? Приятного аппетита. Форма. Общий салам. Здорово. Короче, есть возможность хорошо заработать. Проверь. Давай, рассказывай. Это золотая статуя Караман. Несколько веков назад было одно золотодобывающее племя. Они из этого благородного металла делали различные артефакты. Статуэтки, даже оружие. Защищал это племя Харман-Батар. Но и в честь него они изваяли вот эту золотую статую. А ты про это вообще откуда узнал? Отец рассказывал, что 20 лет назад его коллеги отправились на поиски Карамана, но не вернулись. Последние месяцы я потратил на изучение этого Карамана. О! А вот и клиентура нарисовалась. Глянь, тут и цена. Опа. Охереть, сука. Яза. Арман. А мы также без вести не пропадем? Тупить не будем, не пропадем. Вон, я отключусь, что-то живот. Вторая радость в жизни. На! Звоню, не берешь? Сам не перезваниваешь. Где долг? Я собирался. У меня просто сейчас... Где долг? Денег нет. А когда будут? У меня на днях реально тема выклевывается. Я все бабки скоро в бочку поставлю. Я верну. Что за тема? Thank you.
О! Ой, переключи! Пусть стоит, не трогай! Жас, Кольша, мне и так прошлого раза хватило. Арман, ты знаешь, какие у него песни классные? Ты чё? И не говори, еще в них столько смысла. Да. Мефа кто хочет? Это что, кокаин, что ли? Да не. Он легче, чем кокс, но бодрит конкретно. А дорога у нас не близкая. Бек, будешь? Не, у меня свой кайф. Смотри, мне больше достанется. Время для прогулок. Ярман, лучше не ехать дальше. Уезжай, а иначе все умрут. Поэтому одевайте футболки и шортики, и пусть лучи солнца дарят вам позитивное настроение. Что случилось? Да, блин, чуть не въехал. Да, ничего себе завалило. В принципе, я вам тут не нужен. Муха, не будь шлангом, а? Алга. Ладно, ты же у нас тут сахем. Мы что, заблудились, что ли? Хрен его знает. Кто вы? Салам алейкум. Валейкум ассалам. Салам алейкум. А, мы туристы. А вы здесь не Игорь? Да. Не подскажете, до Хасановского ущелья далеко еще? Далековато. И даже на такой машине вы туда не проедете. Понятно. А вам туда зачем? На природу решили посмотреть. Ночью? И что вы там увидите? Ну, мы сейчас в машине перекантуемся, а утром посмотрим. В машине перекантоваться? Неудобно же. Пойдемте в дом. Пойдемте, пойдемте. И этих тоже будете. Вам тут не страшно жить одному? А что тут страшного? Ну, не знаю. Один и так далеко от людей. Бояться нужно своих пороков. Кстати, меня Арман зовут. Это Рус, Жас, Муха и Бек. Я Ахмед. Так что вы тут делаете? Ну, как я и говорил, мы туристы. Не похожи вы на туристов. Скорее на тех, кто здесь ищет золото.
Да ну, с чего вы это взяли? А у вас на лицах написано, что вы любители искать не то, что находится над землей, а под землей, еще и блестит. А еще я заметил, металлоискатель у вас в машине. Мы частные археологи, Ахмед. И нам надо добраться до Хасановского ущелья. Я так думаю, вы же все знаете в этих местах. Угу. Если вы нам поможете, мы бы вам хорошо заплатили. А что вы хотите там найти? А тебе какая разница? Ты нас, главное, приведи туда. Места здесь очень опасные. А в чем опасность? Встретить волков? А я не про них. Только тот, кто достоин, найдет свою награду здесь. А тот, кто потеряет себя, его лесной дух заберет. Ха. Да ладно тут сказки рассказывать. Ахмед, если вы нам поможете, мы вам хорошо заплатим. Я думаю, 1050. Вы с нами? Хорошо. Завтра я пойду вместе с вами. Но запомните, дорога будет очень долгой и очень трудной. Вещи бы взять с машины, подготовиться. Да, пойдем. Не рано ли ты начал ее пилить? Я просто хотел узнать, если мы найдем золото, ты со мной? Ты решил их кинуть? Мы с ними не раз работали. Никто никогда не кидал насчет доли. Так это мелочь. А в этом карамане столько золота. Мы бы могли круто подняться. Ну и ты с женой сошелся. Алименты заплатить, дочку встретить. Алкаш несчастный!
Меня это все уже достало! Твоя водка уже вот здесь у меня сидит, понятно тебе? Алкаш несчастный! Я уже не знаю, что с тобой делать! Ты тряпка, ты не мужик! У нас дочь растет, ты понимаешь это или нет, а? Ты вообще хоть что-нибудь понимаешь, а? Тварь! Заткнись уже! Кто не мужик? Я тряпка! На тебе! Кто тряпка? Дочь. Прости, дочь. Доча, прости, пожалуйста. Прости меня. Если честно, сам задрался землю копать. Ладно. Я в деле. Только никого не валим. Само собой. Я ж не макрушник. Арман, подожди. Что-то этот егерь быстро согласился. Еще за такую маленькую сумму. Да здесь многого и не купишь. Ну что, ты готов? Да, все отлично. Все собрались? Ты что, опять с собой бухло взял? Да всего один пузырь для разогрева. Я не понял, вы что, сюда отдыхать приехали, что ли? Арман, все будет в ажуре. Кстати, Ахмед, мы сразу пешком пойдем? Или на машине поедем? Можем немного на машине проехать. Арман, нас теперь шестеро. Надо решать, кто в кузове поедет. Пацаны, я тут свою флешку нашел. Тут все песни MC Сайлбека. Будем в дороге слушать. Хотим вдыхать полной грудью, свободу в сердце зовем. Хотим летать, но боимся, а если вдруг упадем? Мы где-то компас забыли и наугад идем. Ты чуешь запах зимы, холодом веет и стужей. Причины скрыты не в природе, но в людских душах. Пустота, в которых заполняется вещами, а не честью и отвагой, что нам завещали. Что тебе дороже, братское плечо или же кусок металла и скользкий расчет? Встав на тропу наживы, кто-то встретит еще. Еще один вопрос, твоя душа почем? Товар актуален, охота в разгаре, повсюду капканы, предлоги и лживые планы хищные. Кавалеры и дамы готовы на все ради славы. Дальше машина уже не проедет. Ладно, выгружаемся, дальше пешком. Надеюсь, этот шал знает, куда мы идем. Хотим дышать полной грудью, свободу в сердце зовем. Хотим летать, но боимся, а если вдруг упадем? Мы где-то компас забыли и наугад идем. Ну что, мы готовы? Мы в ответе за потомков уже сейчас. Настало время перемен в каждом из нас. Сквозь потоки бесчисленных фраз попробуй хоть раз быть честным. Со своей души смывая грязь, маскарад набирает обороты. Уверен ли ты, что это твой друг или это оборотень? А сам себе кто ты? На что готов ради дружбы в самый тяжелый день? Вопросы ставятся, ответы бросают на ветер. Рукопожатия, улыбки, сплетенные сети. Круговорот обмана, выгоды и сплетен. Играет волшную монополию большие дети. Времена меняют нравы, но золото вечно. Сколько душ исцелено, столько же искалечено. Тонкая грань между безумием и человечностью. Между пустотой и вечностью. Хотим вдыхать полной грудью, свободу в сердце зовем. Хотим летать, но боимся, а если вдруг упадем? Мы где-то компас забыли.
расправит вольные крылья. Не будут ею воспеты просторы свободы былые. С колен подними пленного, в самом себе заключенного. Прими решение верное. Ахмед, нам туда? А это проблема? Да нет. Да и фонарики здесь не работают. Идемте. Куда этот старик нас заводит? Че, темноты боишься? Точно знаете, куда мы идем? Да. Тут, наверное, мыши летучих до хера. Даже не беспокойся, конечно, есть. Так что, Рус, берегись, а то они могут цепиться в твою лысую бошку. Вообще-то они вцепляются в первую очередь в тех, кто повыше. Так что береги свою шевелюру. Че встал? Ты выше? Я лучше рядом с вами пойду. Что это было? Не знаю. А где Ахмед? А? Пойдем быстрее. Что-то природа изменилась. Ты даже не представляешь, насколько. Часы встали. Сеть исчезла. А теперь будьте начеку. Здесь есть дикие и очень опасные звери. Да и еще. Опасайтесь волчьих ям здесь. Идемте. Здесь кто-то живет? Мало ли кто здесь живет. Ахмед, вы куда? А вам не интересно, что внутри? Ахмед! Что там? Пойду отолью. Эй, красавица! Привет! Здравствуйте! Вы тут живете? Да. Одна живете? Одна. Мне этот поход нравится все больше и больше. Почему? А ты что, не видишь? Он что, на бабушек перешел? Вы хотите достичь своей цели, несмотря ни на что? Ну да. Хорошо. Идемте.
Капец, тут атмосфера. Да. Бек. Ты тут бабу не видел? Какая баба? Сюда куда-то шла. Че, уже голодный, да? Пойдем к остальным. О, вы что там вдвоем в лесу делали? Грибы собирали. Слышь, Ахмед, что за баба здесь в лесу живет? Я же говорил, мало ли кто здесь живет. Идемте. Пойдем. Дальше, Ахмед. Спускаться нужно здесь. Другого пути нет. Тогда спустимся здесь. Тут высоко. Бек, ты же слышал? Дорога только одна. Если тебе что-то не нравится, то возвращайся домой. А мы спустимся. Ты снарягу взял? Обижаешь. Давай, доставай. Ну что ж, здесь недалеко есть место, где мы заночуем. Ты видел, как Бег спускался? Да, после такого спуска можно и выпить. А я вижу, не впервые вам так спускаться со скал, да? Да нет, я в первый раз. Мужики, Хавка! О, да. О, вовремя! Ухо открой! Трава заканчивается. Ладно, я схожу. Давай, я с тобой. Да сам справлюсь. Только не сжирайте все. Сейчас пожрем. Тебе бы лишь бы пожрать, Джаз. Thank you.
А где твои родители? Эй! Ты игрушку оставила? Все в порядке? Ты чё приперся? Ты кричал что-то? Это что такое? Девочка здесь была какая-то. Да ладно. Игрушку оставила. У меня в детстве был точно такой же в детдоме. Его один черт порезал. А я починил. Изолентой склеил со спины. Не может быть. Может, совпадение? Ты его здесь нашел? Что там? Тихо? Да, тихо. Ахмед, здесь кто-нибудь живет? Есть тут жильцы. Просто я в лесу девочку встретил. У нее в руках был мишка, как из моего детства. Ты бежишь от своих детских воспоминаний, но они тебя не отпускают. Не понял. Не держи обиду в себе. Она тебя разрушит. Ахмед, а до ущелья идти еще долго? А то там машина одна осталась. Тебе так важна груда этого металла? Вообще-то эта груда металла очень дорого стоит. Дороже, чем человеческая жизнь. А это тут при чем? Да, наверное, ни при чем. Ладно, я пошел спать. Этот Игорь какой-то странный, блин. Он тут один живет. И не так с ума сойдешь. Ну, я уже давно один живу. И без родных. Съел их, что ли? Нет. Они просто в другом городе живут. Я давно их уже не видел. Ты-то в городе живешь. С людьми общаешься. А вон тут один. О, а у тебя что? Волки. Воющий волк предупреждает нас о том, что он хозяин в этом лесу. И любого чужака он разорвет в клочья. Так хорошо в них разбираешься? Да, их образ жизни мне знаком. Ладно, волковед, давайте спать. Завтра рано вставать надо. Потихоньку давайте собираться.
девушка. Ничего себе. Муха. Я бег, какого хрена? Поговорить надо. Я тут подумал. Короче, в этом карамане столько бабла. Да. Я бы мог вернуть свою дочь. Так как всю грязную работу буду делать я, 70% мои. Эй, Биг, ты чё? Это же мой план. А если про твой план узнают другие? Мужики, подъем! О чем задумался? Девочка с Мишкой с головы не выходит. Это же странно, что она одна гуляет ночью по лесу. Да она живет здесь, наверное, рядом. Вот и гуляет по ночам. Но откуда у нее игрушка из моего детства? Да мало ли сколько таких игрушек. Да на ней была изолента в точности, как на моей. Значит, не ты один такой любитель чинить игрушки. Где Бег? Не знаю. Его нет в палатке. Он ночью выходил куда-нибудь? Я крепко сплю. Не слышал. То вы вместе по лесу гуляете, спите рядышком, а тут ты не знаешь. Да пошел ты! Вы Бека не видели? Нет. Набухался с... И где твое все в ажуре? Бег! Ладно, пойдем поищем. Бег! Бег! Да пойдем искать. Бег! 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 Нет его, да? Там даже роса не сбита. Только сороки отвечают. Блин, а вдруг его волки захавали? Или волк. Бег! Послушай, Арман, там внизу тебя еще ждет груда дорогого металла. Готов ли ты продолжить путь? Ты же хотел найти этого Карамана. Так пойдем и найдем его. Мы что, таки Бека оставим здесь? А мы ему записку оставим. Давай, собирай шмотки. Жас, поговорить надо.
Чё там? Я слышал, у тебя по кредиту долги? Да, уже несколько месяцев. Ты бы от хорошей суммы не отказался? Ну да, было бы неплохо. Заодно с долгами раскидался бы. А что, если мы этого Карамана пополам разделим? В смысле? Избавимся от остальных, и Караман наш. Шутишь, что ли? Шучу. Успокойся. Муха! Чё думал, завалил меня, да? Если б ты не сушился! Ну что ли? Давай, стой, пошли. Пешал! И что-то мы долго блуждаем. Всему свое время. А ты что, торопишься? А может, ты ни хрена не знаешь, куда мы идем? Муха, угомонись, а. Да подожди, Арман. Давай дело до конца доведем, а потом делай, что хочешь. Нельзя шевелиться, иначе распространение яда усилится. Ладно, разовьем лагерь здесь тогда. Давай, иду за дровами. Хорошо. Как там, Рус? Яд остановился, но температура поднимается. Ходить ему будет тяжело. Что теперь делать будем? Если надо будет, на себе потащим. Так мы с ним далеко не уйдем. Муха, я и так, послушав тебя, бека оставил.
о чем сейчас жалею. Нет, просто пусть возле него кто-нибудь останется, а мы дальше пойдем. Передвигаться будем вместе. Если даже надо будет, назад пойдем. Ладно, я спать. Чё? Ничего. Я тоже спать. Муха! Вы муху не видели? Нет. Муха! Муха! Чё там? Мухи нету. Сейчас бы рассказал. Сначала Бег пропал, теперь муха. Между ними точно что-то есть. Мне это начинает не нравиться. Пойдем искать их. Вы идите и ищите, а я останусь рядом с Русланом. Давай в ту сторону. Муха! Никого? Муха! Арман, а Карамана как делить будем? Муха! А если вдруг мы их не найдем? Я просто подумал. Может, я возьму долю Беки или Мухи? Жас, ты понимаешь, что ты сейчас совсем не о том думаешь? Пойдем. Просто пойми, Арман, я весь в долгах. Меня это прижало. В любом случае, получишь только свою долю. Муха!
Нашли? Нет. Как Рус? Без изменений. Стой, 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 Рус. Тебе двигаться нельзя, ты знаешь? Медпомощь мне здесь никто не окажет. А идти нам все равно надо. Пока я вообще могу передвигаться. Ты хочешь пойти без Мухи и Бека? Яд распространяется. Еще сутки, и вам придется возвращаться без меня. Ладно, валим отсюда. Подожди, Арман. А Караман? Ну-ка, Жас, подержи-ка. Арман, что там? Это письмо Беку от Мухи. Ладно, пойдем дальше. Давай, вставай. Мы тебя поднимем. Рус! Доверься мне! Это меня и пугает. В одиночку ты ничего и никогда не добьешься. Заходите, вам надо отдохнуть. Мы тогда здесь бабку видели одну. Может, она чем-нибудь поможет. Ладно, идем. Ахмед! А вы что, не пойдете? Я думаю, там вы найдете все ответы на ваши вопросы. Идите.
Ты даже простесните. Давай. Давай сюда. К стенке. Держи. Как ты, брат? И где твоя бабка? Не знаю. Где-то здесь должна быть. Пойдем посмотрим. Нет, у меня. Потерпи. Потерпи. Жас. Ты кто? Арман. Все-таки нашли. Да, настоящее золото. Ахмед, я не понимаю, как он все время был здесь, что ли? А? Видимо, все это было так просто. Ахмед, мы как вернемся в город, сразу же с вами рассчитаемся. Хорошо, потому что платить придется. Я богат. Я богат. Давай его сюда. Иди рюкзаки возьми. Давай, в рюкзаке возьми. Подождем их здесь. Ты как? Терпимо. Боль немного утихла. Теперь бы муху найти с Беком. Ты что делаешь? Я забираю Карамана. Ты хочешь кинуть своих друзей? Я Арману объяснял, но он меня не понял. Мне бабки нужнее. Это где было? Там. Пойдем. Thank you.
Что здесь произошло? Жаз! Ахмед! Ахмед! Где они? Где Караман? Пойдем. Характер твой слабый, как кости старых людей. Ты очень легко поддаешься дурному влиянию, когда ты поступаешь так, как говорят другие. Тем самым ты убиваешь себя. Жаз, убей! Ты очень легко поддаешься чужому влиянию. Так послушай, что говорят. Жаз, убей себя. Что за херня? Мы что, по кругу ходим? Ахмед! Ахмед! Сука! Жаз сделал свой выбор и заплатил за это. А я говорил, платить придется. Это вы сделали? Нет. Да что здесь происходит? Много веков назад наше племя начало добывать в здешних местах золото. Мы тратили на нужды нашего племени, помогали нуждающимся. Но со временем все стало меняться. Люди при виде этого металла стали терять в себе человека. Как они из-за золота стали обмана воровать. Тогда наши аксакалы решили спрятать все золото в недоступных местах. Караман — это песчинка того клада, который мы спрятали. С тех пор мы, духи, оберегаем его до лучших времен. Если вы действительно заслуживаете его, тогда он ваш. Ведь вы сюда шли за своей наградой, а мое племя давало ее только достойным.
Не стоит. Это была та девочка. Давай отдохнем. Блин, я до сих пор не могу понять, что здесь происходит, а? Там Жас с мозгами наизнанку. Значит, Муха и Бег тоже? Я не знаю. Этот лес какой-то, сука, странный. Мы как будто накурились, и нас не отпускают. Давай выбираться отсюда. Ты не переживешь еще одну ночь. Кому ты кричишь? Там люди! Я никого не вижу. Где Караман? Так будет лучше. Пойдем. Thank you.
тени. Спасибо тебе. Спасибо, брат. Еще не время. Походу, мы заблудились. Да мне кажется, вообще не туда повернули. Где же это Хасановское ущелье? И что теперь делать? Кто вы? Идешь дорог своих, не зная, и душа порой блуждает в сумраке пороков и обид. Ты друзей на золото меняя, покупаешь одиночество и черно-белый вид. И в душе, как за окном метели, в глазах давным-давно погас огонь тепла и доброты. Шли с тобой одной дорогой цели. Выбор сделан, наступился я, а может быть и ты. Сердце бьется, веря в доброту, что все вернется. Снова встанем мы плечом к плечу, друг, слышишь, сердце бьется. Протяни мне руку и поверь, нас снова все вернется. За тобой я не закрою.